Товарищи, как идем? Прямо. Мне что-то настраживаешь, что командир отделения спрашивает, как мы идем. Не, ну давайте я скажу, как мы идем, а Виксон скажет, как они пойдут. Мы можем по стандарту поступить. Так. С западной грибды, которая 2593 на западной точке. Прикрывать так. Подъем. Отсюда поставить ДШК. И ДШК шить. Так, ДШК в первом отделении, да? Угу. Да их там две, по-моему, ДШК в каждом отделении. Всех тогда надо ДШК сюда. Поставить туда, да. И шить все это дело. А пехотка? А у нас одно ДШК? Транспорт у нас есть? Да, Урал. Праге. А пехота пойдет с севера в восток. Поднимется. Ну все замечательно. Я тогда буду управлять, наводить ДШК. А Виксел поведет пехоту. Всю. Ясно. У нас метка точно. Не, слушайте, мы гораздо дальше, чем границу стрингировать. Вот если метка. Наверху кто-то! Наверху! Они не могут выходить. 320, 320, кто там? Открывай огонь или да нет? Да наши должны быть. Они же не могут выходить. Флайер, нет. Что, нет. А мне неоткуда врагу взяться. Там вторая группа, может. Сзади же Прага ехал. Свой. Сейчас вижу, что свой. Этот за Пашу спрятался, что видишь ты его. Но это не факт, что он мне еще не начал. Не смотрите на него, а то он испугается. Да. Блин, я все по разу пытаюсь. Сейчас да, они идут. Может его тормознуть? У нас станет меньше. Пошла Жаша. Там кто-то бегает. Ну, кстати, можем не услышать до шиката. Как там пятеро? Ну вот это вот что? Он нам надо уже. Это АК-74. Или от РПК. А о. Вот это до ШК. Поехали. Да. В низине пойдем? Да. Да. Метров на 500, наверное, упреждение стоит. По этой или дальше? Бегает. Там. С правой стороны. Отдохнуть есть. Решающий бросок. Мёд, мне кажется, не смог. Не СВД там же. Угу. Пока они по ДШК работают, можем. Да-да. Еще один слева. К забору подошел, нас смотрит, по-моему. Выглядывает. И справа за забором. Так, слева и справа, короче, крайне все эти участки.
Раненых добивайте. Тут уже свои. Здесь херачат кто-то со стороны дерева. Да тут дураки по своим стреляют. Сейчас сяду на пушку, убью его. Это свой стреляет? Я его сейчас хлопну. Я не понял, почему не рубится, вроде всех. Наверное, кто-то уж. Он на вершине. Они ушли, что ли? Воу. Всё. Я его убил, походу. Да. Господи. Всех. Лёгкая.